Всем хай, с вами я, Си-Джей, и это мой новый кастом. Точнее, первый. Человек-паук 2099. Это моя новая рубрика, называется «Мастерская Тони Старка». Ну что ж, погнали! Так, приступим. В ролике можно найти всякие пасхалки к будущим мультфильмам. Ну что ж, давайте начнем. Так, на груди мы можем видеть саму эмблему Человека-паука. Это его фирменная маска и шипы. Так, а сейчас будет детальный осмотр.